Всем привет! Четверг на дворе, вертикальные новости в ваших телефонах. Я Алексей Форсиков. Поехали! Друзья, мы завели себе аккаунт в ТикТоке. И вот вам один из наших последних видосов. Наши новостные ведущие Никита и Саша плясали для вас танец для привлечения подписчиков. Уверены, это сработает. А еще там уже есть много видео от нашей утренней редакции. Пожалуйста, подписывайтесь, мы очень хорошие. Накануне в Ессентуках прошел сначала град, но это в принципе нормально, а потом в небе появилась редкая двойная радуга. Это точно на удачу. Ессентучане, потом расскажите, как вам там счастье привалило. Новость из Ставропольского ботанического сада. Пока вы там остаетесь дома, в саду у нас зацвела сирень. Прекрасная, белоснежная, такая хмельная, фиолетовая, очень красивая. Смотрим. Аллергики, внимание! У нас тут вот этот вот тополиный пух. Без жары и без июля этот страшный пух началось. Ну а кому-то может быть и в радость. Обычные люди радуйтесь, а мы, аллергики, запасаемся платками. Со всем этим пухом очень хотелось бы дождика да посильнее. Вот некоторые уже и готовиться начали. В Ставрополе у одного из автовладельцев закончились ковры и одеяло. И он решил попробовать вот так вот защитить свою латочку. Это похоже на мусорку, но вдруг поможет. Друзья, как вы там на карантине? Наверное, много едите, да? Вот как, например, этот щеночек. Ест и прямо вот радуется. Это ежедневная милота. А на сегодня все. Завтра в пятницу сменим традицию. Буду не я, а наша Маша. А я же вернусь сюда через неделю. Увидимся. Пока.